Вот такой комментарий мне оставили под одним из роликов на Ютубе. Ну, слава богу, разобрались, кто виноват, что семьи распадаются. А то ведь до сих пор было непонятно, почему же столько разводов. Оказывается, по мнению автора комментария, в этом виноват я, потому что выкладываю ролики на Ютубе. Но в таком случае у меня есть встречный вопрос к автору комментария. А вы сами-то вообще чего хотите? Жить комфортно в свое удовольствие или вы хотите семью? Или, по-вашему, это одно и то же? Жить в семье – это то же самое, как жить, например, в общаге или в коммуналке, где кроме вашего ребенка все остальные для вас, по сути, посторонние люди. Только вот обычный человек из коммуналки или общаги хочет переехать в свое собственное отдельное жилье, а вы почему-то, наоборот, туда ломитесь. Я считаю, что мужчине нужно создавать семью, ну, в том случае, если она ему нужна, только когда он сам осознанно принимает такое решение. Когда он понимает все риски и жертвы, на которые ему придется пойти. А не когда баба его тащит в ЗАГС, как барана на скотобойню. В семье вам никогда не будет удобно и комфортно. В первую очередь потому, что вам придется постоянно терпеть рядом с собой другого человека. А также вам придется делать очень много того, чего бы вам делать не пришлось, если бы семьи у вас не было. Семья для мужчины – это всегда тяжелая работа. И разве можно меня упрекать за то, что я призываю мужчин хорошенько подумать, прежде чем в эту работу запрягаться?